Софья, поздравляю с хорошим результатом. Спасибо. Довольна вообще турниром? Турниром очень довольна. Начала я очень удачно. Такие счета были выразительные. Но, к сожалению, наверное, и атмосфера в зале, то, что душно, и не хватило сил все-таки достаточно хорошо отфехтовать полуфинальные бои. Поэтому такой результат. Сезон после полноценного возвращения для тебя складывается очень хорошо. Дети придают второе дыхание, да? Да, наверное, так, по результату, если смотреть. Но сезон складывается, я бы сказала, стабильно. Это очень радует. И все-таки важные соревнования у нас впереди. Чемпионат Европы, чемпионат мира. Завоевать лицензию на Олимпиаду в командных соревнованиях – это сейчас намного важнее. Сегодня был повтор финала Олимпиады, да, последний. За счет чего удалось переиграть кореянку? Ну, сегодня вообще моя физическая форма, к сожалению, в последних двух боях почему-то я... Это еще я буду выяснять, почему так сложилось, и чувствовала себя неважно. Когда я смотрела повторы, мне показалось, что я плохо и недостаточно двигалась ногами. Но с кореянкой мне было сложно понять, в каком ритме с ней фехтовать. И, ну, рада, что смогла переломить ход поединка, когда проигрывала. И даже повела, и все равно. Вот очень много допускала сегодня ошибок, очень много. У вас были сборы там со спортсменками из разных стран. Тяжело вообще было с ними? Да, мы сейчас готовимся к чемпионату Европы, поэтому на данный момент у нас 3 недели подготовки прошло. Еще 1 неделя и чемпионат Европы. Хороший сбор был, насыщенный, много спортсменов, интенсивный. Я думаю, что это хорошо проводить такие сборы. Ты как, наверное, самый опытный, да, член нашей сборной, как основной, наверное, фехтовальщик команды, можешь оценить выступление команды в этом сезоне? Очень хороший результат у нас. Мне кажется, даже первый раз мы поднялись на пьедестал в составе 3 участников российской команды. К сожалению, сегодня мы не выиграли, но это показывает стабильность и силу в командных соревнованиях. Чемпионат Европы покажет. Очень много было моментов, когда и вели, и догоняли, и где-то проигрывали. Какой-то концентрации, внимания не хватало. Куража мы проиграли вот за этот сезон вот в последний раз француженкам за выход в финал. И действительно, ничего особенного не происходило, но кураж был настолько сильным у француженок, что, наверное, они нас подавили этим. Ну, я думаю, что все изменится. Посмотря сегодняшние личные результаты, это нам поможет в команде. Спасибо большое и поздравляю еще раз.